Обладателя Кубка области по футболу назвали в Северодвинске. За главный трофей на стадионе «Беломорец» бились постоянные соперники «Севмаш» и «Звездочка». Болельщики уже собирались расходиться, но те, кто остался на второй тайм, получили большую дозу футбольного адреналина. Николай Цып расскажет подробности. «Севмаш» и «Звездочка» встретились в финале Кубка области. Начало матча полностью забрали под свою инициативу футболисты «Звездочки». На 11-й минуте ворота «Севмаша» распечатал Антон Сучков. Попытки отыграться не увенчались успехом, а вот «Звездочка» продолжила увеличивать свое преимущество. Под занавес первого тайма на 44-й минуте передачу замкнул Олег Добровольский. Со счетом 2-0 команды ушли на перерыв. Наученные непредсказуемостью футбола, наставники и болельщики делали, казалось бы, несбыточные прогнозы. Преимущество, в принципе, вот так у команды «Севмаш», но завершить они никак не могут. А «Беломорец» играет вторым номером, и вот две контратаки, и, пожалуйста, два гола. Я думаю, что 3-2 в пользу «Севмаша». 5-2. Какой пользу? Матвеину, «Звездочку». В победу команды своего брата Матвея Полина верила так, что пришла болеть со всей семьей и нарисованным плакатом. Вот только звезды сошлись иначе. После перерыва «Севмаш» будто подменили. Один за другим два мяча забил Дмитрий Мингаев и сравнял счет. Через пару минут «Звездочка» нарвалась на пенальти, который с легкостью реализовал Сергей Федотов. И вот уже 3-2. На волне успеха Олег Самков продолжил бомбардировку ворот соперника. Ни болельщики, ни футболисты «Звездочки» не могли поверить в такой резкий перелом игры. А потому сдаваться не собирались. Долгожданный третий гол в ворота «Севмаша» оформил Матвей Фокин. Но на последних минутах встречи «Севмашевцы» еще раз подтвердили свое преимущество и со счетом 5-3 выиграли Кубок области. Сделали в раздевалке правильные выводы, наладили, значит, взаимосвязь между собой. Вот. Настроились, немножко так подсобрались духом. И вот, видите, стали правильно играть через фланги, подачи, переводы своевременные, и что привело к многочисленным голам. Первый тайм, можно сказать, что очень хорошо провели, а второй, ну, просто безобразно. Но я считаю, что это просто не хватило сил у команды. Осталось и несколько нерешающих игр чемпионата области. Уже известно, что первое место занял «Химик» из Коряжмы, серебро у «Севмаша». Николай Цып, Юлия Куницкас, «Регион-29».